Так, это колодец, который возле частного дома на территории. Получается, третий с конца. Предпоследний. Вот отсюда мы вошли из нашего большого пеха. И вот я его кручу по часовой стрелке. Вот наш кабель пошел. Тоже неудобно. Жирный, толстый. И вот сюда мы его загнали. Сейчас еще фотографии сделаю. Так, это предпоследний колодец. Очень неудобно снимать. Вот наш выход из предпоследнего сюда. И вот на последний. Вот. Не знаю, как будет видно. Мне здесь неудобно очень. Все. Так, очень быстро. Вот колодец, на котором мы закончили. Вот выход. Здесь вышел наш кабель. В верхнем ряду три трубы, крайняя левая. И вот моток. Сейчас полезем в следующий, предпоследний. Еще один дубль предпоследнего. Значит, во все стороны идут трубы. Вот отсюда мы вошли в этот колодец из предпоследнего. Сюда мы вошли. Вон он. И вот тут вот еще целая куча. Ходят пустые каналы. Два канала, да, асбесты. А кабель здесь, он дальше вытянули и обрубок его здесь колодца. Немножко кольцо и обрублено. Поэтому не прозвали. Да, обрезанный, конец обрезанный. Ну, получается так, да.